Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики. Здравствуйте всем, меня зовут Ведьмак. Это прохождение Bloodborne. Слепое прохождение Bloodborne, напоминаю. Если вы вдруг забыли. И в предыдущей серии мы вальнули двух, кажется, боссов. Парла и... который The One Reborn, возрожденный. Вот, теперь у нас есть несколько вариантов, куда дальше пойти. Что-то у меня голос оторвался. И я решил для начала сходить в Верхний Собор. Ключ, которым мы получили, в общем-то, где-то там, пока бегали по этой поганой локации. Вот локация была реально сложная. По-моему, самое сложное для меня в игре. Даже вот у болота ядовитое, оно было не настолько сложное. Только там в одном месте был затык у меня. Вот. Сейчас пойдем наверх. Там где-то старый собор. Точнее, верхний собор. Не старый, пардон. Верхний собор. Что-то там, в общем, есть. Наверное. Наверное. Так, тут у меня остатки моих людей спасенных. К сожалению, спас я только двоих. Ой, это вообще уже не отвечает. Может, ее убить просто? Бабка. Бабки норм. Бабки норм. Так, нам надо, нам надо, нам надо, нам надо, куда же нам надо? Надо наверх. Так. Черебоньк, поехали. Так, здесь я помню дед с пулеметом. Успокойся. Что ты такой нервный? Не надо так. Отдыхайте, господа. Так, пузырьки крови это хорошо, но я там накупил себе 80 штук, на самом деле, в запасы. Так что на ближайшее время, я думаю, хватит, если я не буду тупить и тратить их на всякую лабуду. Так, дедуля, успокойся. О, здрасте. Не надо так. Банок зато нафармим. Пока что все это уже пройдены локации, которые довольно легкие. Дед, ты спокойнее будь. Дальше пройдем через дверь, я думаю, будет тяжело. Ну, на самом деле, у меня есть тяжелая локация, куда я знаю, можно пойти. Это вот эта вот крепость Карнхерст, что-то такое, забыл, как называется точно. Короче, крепость на К, там, где ползают огромные паукообразные твари. Вот они-то мне устроят секир-башка. Так, а я чё бегаю-то по кругу, если мне надо внутрь? А, огнеметчик. Ой! Не надо. Я понял, да. Дед, ты же псих просто какой-то. Что ж ты делаешь-то? Вот, вот это вот дверца, куда я хотел попасть. Верхний соборный округ. Это мы еще выше поднимаемся, чем были ранее. А, это дитя, которое родила та баба, Арианна, или не Арианна. Это оно же, не? Может, это было и не дитя, я не знаю.
Я что-то так предположил сходу, но, видимо, нет. Это было бы слишком просто. Опа-опа-опа. Парень такой идет. Да он не один. Они стали сильнее. Они определенно сильнее, чем те, которые внизу. Ого! Да ты чё ж ты делаешь-то, ну? Козел. Так. Где мы? О, смотрите, целый город. И небо такое чудовищно фиолетовое. Так, не, это явно какие-то просто местные твари. Херувимчики, блядь. Это вероятно. А вы мертвые, точно? Ну ладно. Тогда. Чё пишут? Это кара бесформенная. Слушай, а вдруг некоторые из них живые такие притворяются просто? Я не знаю, кто это, но я буду их убивать. Очень уж они страшные, наверняка, если их не убить, они какую-нибудь подлость сотворят. Я, конечно, не уверен, но не хочу исключать такую возможность, поэтому будем их крошить. Не может что-то хорошее быть таким отвратительным. И они, смотрите, просто они вот упорно ползут именно ко мне. Значит, что-то они удумали. Присоски у них такие отвратительные. Явно не неспроста. Многовато их, конечно. Можно было, наверное, и не убивать. Ну да, чего я ожидал, что она будет открываться. Не в этой игре. Ой. А, вороны. Может, это птенцы ворон? Да что ты будешь делать, ну? Сильнее стали вороны, конечно. И успокойся ты. Эти вороны посильнее, чем предыдущие. Че пишет-то тут? Да, ты что, серьезно, что ли? Ну, то б я не догадался никогда. О, чувак с косой. Кстати, запросто может мне навалять. Учитывая, как они здесь бафнулись. Приходи еще. А, ну ладно. Ему не везет. Последний удар он задевает. Так. Это же этот, видал сосун. Ох, живучая сволочь. Не надо. Не надо вот этого вот. Одеяние хора, перчатки хора, штаны хора. Так. Факел не факел, но фонарик зажжем.
Там что-то лежит, там куча бладстейнов. Я слышу, кто-то хлюпает. Берегись пса. Берегись скрытую атаку. А кто его убил? Ну, тут я вижу, стоит, да, эта хмырь. Может, его сейчас даже достану. Нет. К сожалению, не достал. Ясненько. Ого, какие-то глаза у него горящие, видите? Ну успокойся ты, ну, дурачок. А, я его все-таки даже добил. Особо живучий какой-то попался. Так, ну и все, собственно, несущественно. Был бы я, конечно, не так раскачан, мне бы, наверное, досталось сейчас. Сиди там такая, не достанешь ты меня. Да, достану. Пойдем дальше. Ты в курсе, верно? Вообще-то нет. Лучший выбор заманиваете. Понятно. Заманивать, заванивать. Кого заманивать? Ему такое ощущение, что сзади накидали. Или нет? А, его высосали. Наверное. Время для скрытия атаки. Открывается с другой стороны. Да ладно тебе! Не получается. Ладно, я понял. Так, кого здесь скрыто заманивать и атаковать? Ого! Смотри, что творят, взяли люстру, размолотили. А! Как тут оказался? Ну такие, толстенькие несколько враги, конечно. Взяли лампу, убили. Негодяй. Оп, там этот внизу стоит, Ктулх. Я не могу навести из-за темноты. Ой. Вот двоих я не хотел явно заманивать сюда. А наведение меня сейчас сильно подвело. Да-да-да. Блин, уберись нахер с своим наведением. Кажется, он не может пролезть в дверь. Голубой эликсир. Давай иди сюда, ну. Стрелять буду. Смотри, какой, бля. Вандершплюнт. Куснуть успел, ребят.
Да что ты, блин, по нему не попадаешь-то ни хера! О, вот это сейчас было абсолютно тупо. Абсолютно тупо. Тупые анимации, блядь. Ладно, нормально. Блин, ну был бы я, конечно, не так сильно прокачан. Мне бы сейчас было очень грустно. Берегись, животное. Жив Тоня Чо-Чо-Упячка. Так, ты меня уже увидел? Или че? Я бы на самом деле сначала Ктулху мочканул. Потому что он может скастовать на меня стан. Да. Ну это тупо же абсолютно, но... Почему его анимации проходят, мои нет? Ладно, неважно. Так, чё он там? Не пошел за мной? Да ты бесишь меня уже! А вот пошел ты нахер. Я ухожу в спасительную дверь. Интересно, что здесь со звуком? Почему такой глухой? Так, хорошо. С этим все. Теперь вопрос другой. Где этот пожиратель мозгов, мать его? Сныкался куда-то. Вон он ходит. Да, я знаю, что ты это умеешь. Не надо это демонстрировать только. Ой. Он стоит. Еще. Ну так и будешь что делать? Уворачиваться надо, когда я нажимаю у ворот, блядь, а не стоять столбом. Мудак. Вонючий в шляпе. Кончено, дают анимации, которые, блин, по принципу, я прошла и все, я включилась, а. Есть что? Кровавик ждет впереди. Главное, чтобы пиздюли не ждали впереди. Это хорошо, кстати. Это хороший кровавик. Так, берегись засаду. Да, вижу уже. А пошел ты. Блюдок. Ты эксплойтишь, и я буду эксплойтить. Сука, иди нахер. Вася. Ну вы видите, что происходит, да? На выстрел ему тупо насрать. Прыгнулыш такой. Да ты посмотри, ну почему? Значок хранителя космического ока. Что, блядь? Космического очка. Явно, а не око.
Вы что-то попутали. Где это гнилое уебище? О! А ты как выжил? А, то есть насрать, да? Понятно. Потрясающая игра. Ой, не туда. Ну ладно. Ты еще живой, да что ж ты будешь с ними делать? Ну, с этими конченными мобами, которым тупо накрутили 100-500 здоровья. И все на этом. Где этот сдох-то хоть? Я уже забыл. Тут, кажется. Да нет. Или да. А, тут я сдох. Я же убил эту ящерицу. Почему она оживилась? Потрясающе, да. Уйди! Сука! Угу, 27 удар, ну. Чмо, блядь? Болотная. Гондон такой, а? Ой, ёпта. И чё? Лестницу я понял. Там наверху ещё штук 300 этих мудаков. Я так понимаю. Вот здесь-то никакого больше прохода нет. Найн! Так, здесь мы собрали. Там где-то наверху кто-то пыхтит, я так понял. А, наверное, вот эта вот дверь заперта, понятно. Заперто! Заперто! Запертынька! Я вижу, там бродит один. Тут пока никого не вижу. Надо сначала вот с этим разобраться. Псу. Фига, смотрите, сколько лута. Что-то это какая-то замануха просто. Я не верю, что так должно... Блин, иди ты в жопу. Ну не черт ли, а? Бля, тут еще один стоит. И чё? Уйди нахер от него! Уйди, блядь! Ты, может, сдохнешь уже, нет? Ой, вот это я попал.
все, блядь. Блядь, как они меня заебали, отвечаю. Просто какие-то уебанские мобы. На всю голову просто уебанские. Да уже сдохни ты, блядь, да сдохни ты, блядь, сдохни нахуй. Сука, как он заебал. Ой, блядь. Да в хуй себе засуньте этот колпак, блядь. С повязкой на жопе. Угу, потрясающе. Так, шорткат типа. Типа. Ага. Ой, блядь, там еще один этот пиздосос стоит. Ладно, они хоть меня не убивают, то. На том спасибо, мать вашу. Так, подкрасться бы к этому херу сейчас незаметно. Это было бы вообще прикольно очень. Понятно. Там караулил его, братюня. Ну, это все. Сейчас они меня задрочат вдвоем. Че, не получилось сквозь стенку схватить, да? И у меня не получается бить сквозь стенку. Вот это досада. А так получается, смотри. Там что-то. Я здесь. Я здесь. Слышишь, чё, я тебя не отпускал. Не попал. Я думал, там третий уже появился, это фантом. Такие пошли, короче, довольные собой. Блин, ну это не нравится так. Сюда идите, ребята. Опа, подлетел. Потрясающе интересная локация с потрясающе интересными мобами. Надеюсь, она скоро закончится. Блять, это другой был, да ёб твою мать. Чё ты там дрочишь? Плыви уже сюда, говно, блять. Ты же полудохлый, ёб красоте, блин. Спасибо. Это, кстати, приют, да. Забыл. А это действительно были местные детишечки там на улице. Сбежавшие, видимо. Сиротинушки, мать их. Во все щели. Открывай, говно. Что за нахер? Ой, не нравится мне это. А, поговорить можно? Установить контакт. Я получил этот жест. Понятно. Поговорил, короче. Вот и поговорили, называется. Чё дальше? Всё, что ли? Вся локация? Да ладно. Походу, дело, да? Я все этажи вроде как обошел. Тут два этажа.
Понятно. Будем читерить, значит. Угу. А получил, главное, я. Пошел-то. Ну, потрясающе вообще. С чем я убиваю? Да хер его знает. Вообще, я хотел спуститься вниз. Так-то, в принципе. Там же еще 20 штук этих гребаных мобов. Ладно, пойдем. Че нам терять? Подумаешь, 70 тысяч душ. Ах, нафармить-то не проблема, в основном-то. В основном-то. Проблема их сохранить. Да. А, то есть забил, да? На контратаку. Забил на все такое, короче. Получи. А здесь босса никакого нету. Зачем я сюда все входил? Просто пофармить моба. Классно. А, подожди, вот, наверное, здесь что-то будет. Нет, это еще не вся локация, смотрите-ка. Я-то думал, все уже. Конец! Ничего так, диверсы. Так, ну тут детишки эти плавают. Ха, смотрите. Куда-то они смотрят. Да и хер с вами. Терпеть вас не могу. Хотя они так на самом деле мне проблем в этой локации вообще не доставляли. О! Ты чё, придурь? Грибной король, блин. Я даже не заметил его сначала, потому что его моя фигура загораживала. Тебе нужно принять скользкого. Сам прими скользкого. В рот себе его засунь. Скользкого этого. Какое-то неприятное место такое, давящее. Эмбиент такой. Какой-то конченый. Ой, это что такое? Капуста растет? Огород местный, видать. Детишки тут капусту окучивали. На самом деле, хер его знает. Сунешься в эти цветы, наверное, и сдохнешь сразу же. Так, посланник небес. Да? В чем заключается послание небес? Потому что на меня набегать будут эти твари. Ну, я, кстати, не вижу, чтобы... Я дамажил босса, я дамажу мобов. А где сам посланник? Посылает меня? Но они, я смотрю, там фармятся, как бы. Спавнятся, то бишь. Кого бить-то тут? Бить-то кого? Может, это эти цветы хуярит? Да нет. А вот настоящий посланник. Он прятался среди остальных. Кажись, он обиделся, что я его нашел. Так, назад! Эхам. Где он там?
О. Да все, все, все. Успокойся. Посланник. Пошел ты, посланник. Ну, это было ни о чем. Даже не босс, какой-то моб просто. Но ничего так хитро придумал, спрятался среди остальных. Вот что мне нравится в этой игре, это именно фантазия насчет боссов. Они такие именно хитрожопые местами. Но, к сожалению, далеко не все. Вот он и что, Михалыч. А, так это же тот самый собор, где мы мочили от викария, да? Сейчас мы туда пройдем. Только посмотрим, что здесь еще может есть. 90 тысяч душ между делом. Музыка такая прям напряженная, как будто сейчас чужой вылезет там из вентиляции и сожрет мне хер. Так, я когда зашел сюда, у меня было почти 90 зарения, сейчас у меня 71. Это нечестно. Из меня все высосали, все соки. Суки. О! Ты че тут, алло? Тварь. Мерзкий, блин. Подкарауливал он меня. Понимаешь? Какие-то звуки там непонятные. Зов вовне. Чё за говно? Это вот здесь... Нет. Чё за херня? А, вот создать взрыв малый. Чё это такое? О. Звуки-то у него такие, знаете, как пришелец, короче, издает. Он такой. Куда это? Я понял. Лучше попозже, это у меня 95 тысяч душ, я не хочу их терять. Ладно, давайте сейчас метнемся к костру. А как я метнусь к костру, если там... Не пройдешь тогда, давайте, короче, ёпта. Так, ладно. Чё это я? Где там? Потратим душ, потом вернемся, и я допройду это место. Не буду оставлять на серии, там какой-то дракон что ли сидит. Или какой-то гигантский вот этот ребенок. Толстый, откормленный. Так, мадмуазель. Что-то вы часто стали покидать свой пост. Давай, качай меня. Да. На прокачку у меня уже, конечно, нехило так тратится. Но я качаю вот, в основном жизненную силу и стойкость, потому что все остальное не особо мне помогает, скажем так. Это вообще не влияет на мое оружие. Больше хп, больше стойкости. Мы затащим, я думаю. Так, совершенствуем. Еще раз секиру. Потрясающе. Так, что там у нас? О, а давайте надо починиться еще. На всякий случай, по кровавым самоцветам. Чего у нас тут? Есть, что больше дамаги дает? Есть. 175. Вот он и чё, Михалыч.
Больше дамаги, богу дамаги. Так, ну тут все уже. 178 я видел. Атака народ минус 5,7. Я не знаю, что такое атака народ, но лучше, наверное, не буду это ставить. Так. И забиватель колышков тоже можно что-нибудь поискать. Опять атака народ. Народ атака. Хорошо. Хорошо. Все хорошо, что хорошо кончает. Давайте купим еще банок на оставшиеся. Банки, кстати, подорожали, или мне показалось? Они же были, по-моему, 240, стали 720. Или меня глючит. Так, еще там вроде какая-то руна была новая. Вот оно что. Очищение новое. Это неплохо. Это неплохо. В остальном, наверное, ставлю все как есть. Метаморфоз. А, вот, кстати, нет, не тот. Метаморфоз. Пойдет. У меня много хп, много банок теперь. Я крутой был бы, если бы не дох так тупо на этих мудацких мобах. Кладбище черного чудовища. Звучит заманчиво. Вообще надо бы запастись бумагой огненной, что ли. Там у меня закончилась, она, в принципе, неплохо помогает. Ой, это не то место. Какое же это кладбище? А, это черное чудовище, которое... Парл был? Это ж Парл был? Неважно. Молниевый мудак, в общем. Так. Сады светящихся цветов. Видимо, это оно. Поехали. Дрень. Понимаешь ли? О-хо-хо, бежит оно. Я понял, надо стойкость все-таки выкачивать побольше. Потому что здоровье, в принципе, неплохо, а со стойкостью не фонтан. Попал. Ну ты бесишь, короче. Забью тебя как собаку. Короче, даже если мы сейчас сдохнем, то ничего не потеряем. Ой. Смотрите, они даже атакуют меня. Что-то пытаются сделать. Так, ого, там какой-то ангел сидит смерти. Алтарь отчаяния. Моего, что ли, отчаяния? Ну вот, а я верю, да. Пипец, тут мрачное место. А ты босс или ты просто... Просто существо. Я понять не могу. Ну вот у него вроде как крылья. Хвост, наверное, да? Фу.
такой отвратительный какой-то. Какие-то кишки у него перед рожей болтаются, если это рожа. Да, ну судя по тому, что здесь Bloodstain, и он там фантом катается. Молния. Да, ну спасибо. Давайте его поблагодарим тогда. Так. Это хорошая запись, да. Наверное. Если она, конечно, мне поможет. Где-то у меня еще оставалась молния. Молния. Ёпта. Так, ну пошли. Ну, это моб, да. Собственно, на него нацеливается. Блин, что это такое? Какие-то кишки просто. Кишки на кишках сидят кишками. Ой, я у него между ног. А. Понятно, начальный дамаг вообще не проходил. Какой-то не очень. Это же как разверстый дракон. Тоже какой-то располовиненный мракобес. Ау, вообще-то. Вообще-то был у ворот. Ну да, вернешься тут. Блин. Радиус у него неплохой. Ай! Сука. Больно бьет. А, я застрял. Ау! Стерва. Он еще и прыгать умеет, офигеть. Безумие. Он безумие на меня кастует, сука. Вот это вот плохо. У меня нет защиты от безумия. Обнимашки? Что ты, блин? Вот у него где ни возьмись, он везде ударит, потому что очень здоровый. Получи. Сейчас бомбанет что-нибудь. Ого! А, сейчас сдохну. Не знаю, что он там пытался сделать, но он меня не смог убить. Ого! Seriously? А как я от этого должен был увернуться? Блин, игра хочет, что твоя пипяка.
меня пихает так, блин, бесит. А то я тряпочек. Понятно. Похватался. Ой, я думал, он упал. Грусть. Так, падай-ка. Хорошо. Сейчас он обозлится, по-моему, да? Угу. Но вот как быть с лазерами, я, честно, не знаю. Так, больно. Нихера не вижу. Безумие пошло. О, лазер, да? Ёб твою, ёб твою, ёб твою. Все там? Ты успокоился? Ого! Оно еще и летает! Да я ж хер бы ж видел, что там. Пей давай. Пей до дна. Господи, сплошные еще пальца кругом. Не надо. Не надо так. О, блин, все равно задел. Вставай, не лежи, блин. Долго лежишь. Потрясающе. Видите, у него там какой-то типа купола. Это у купола безумие лично, что ли? Да, блин, бесполезно. Уворачивался, не уворачивался. Все равно отхватил. Да блин, заебал! Все банки уже потратил. Тварь. Да что ты будешь делать? Я к нему подойти не могу. Отхватываю со всех сторон. Да хорже пихаться, но. А-а-а! Ой, я неосторожный, пипец. Отлично уворачивался, все словил.
боитость. Дочь космоса. Да, понятно. Очередная чаша для потрясающего лабиринта. Как же я не догадался-то сразу. Ладно. Несложный босс. Просто надо было за спиной зайти и дрючить ее со спины. Вот. Это был, собственно, приют. Великолепный приют. Это что за говно? Ничего не делать. А, ладно. Это же Ром. Может быть... Да нет. А что я могу сделать тут? Кроме как ничего. Что пишет? Космический род. Че? Помни, не чистокровно, вы пришли куда надо. Здесь только плач. Я не понимаю. Аж надо по Вики почитать. Че здесь можно сделать с этим Ромом? Ромовой бабой. Берегись, лжебога. Че вы несете? Ну, я так понимаю, это все. Вся локация. Прикиньте, у них вот под собором. Рядом с собором, не знаю. Вот эта вот тварь жила. Нормально, нет? Церковь там, все дела. Ладно, на этом, собственно, заканчивать буду. С вами был Ведьмак, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. Всем пока.